очень смелых дружный отряд. Вместе не страшным несчастьем туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка, и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезеньям они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще всех умнее и всех добрее? Молли, он один всех храбрее, вместе всем веселее. И вам не отыскать в целом свете их команды дружней, дружней. Робокар Поли и его друзья. Безопасная езда на велосипеде. Та-дам! Наконец-то мы купили велосипед. Мам, этот велосипед для девчонки, а не для мальчика! Глупости! Просто сейчас такая мода. Ты только посмотри на эту чудесную корзинку. Идеально для покупок. Ни за что! Я не буду ездить на этом! Почему? Нужно только отрегулировать сиденье, вот и все. Нет, ни за что! Ой, телефон звонит. Ну за что мне все это? Кевин! Дагги! Привет, Сьюзи! Привет, Дагги! Кевин, это, наверное, твой новый велик? Но это же девчачий велик! Что? Да нет, сейчас просто такая мода! Да? Мама так сказала. Верно. Ты только посмотри на корзину. Это лучшее, что придумали для велосипедов. Правда? Сьюзи, скажи маме, что я еду в парк кататься на новом велосипеде. Кевин! Поехали, Док! Поехали! Пока, Сьюзи! Подожди! Команда спасателей, Джим. Что? Светофор сломался? Хорошо, мы проверим. Светофор в парке на 12-й улице не работает. В этом районе гуляет много детей. Это очень опасно. Да. Мы проверим, Джим. Хелли, поехали. Хорошо, Полли. Кевин, может, этот велосипед слишком большой? Вовсе нет. Он идеально мне подходит. Да? Да. А мне кажется, большой. Так. Давай на перегонки. Я специально еду медленнее. Если я поеду быстро, то буду там слишком рано. Хорошо, увидимся в парке. Сейчас. Вот так. Здесь гораздо удобнее, чем на тротуаре. О, а где Кевин? Надеюсь, он меня не обогнал? Надо поспешить. Я устал. Поли, я рядом со сломанным светофором. Спущусь, проверю. Хорошо, Хелли. Я скоро буду. Что такое, Хелли? Осторожно! Ух ты! Круто! Ух ты! Кевин, ты должен понимать, ты мог серьезно пострадать.
Я не думал, что это так опасно, Полли. Именно поэтому очень важно знать правила безопасной езды на велосипеде. Да. На велосипеде можно ездить только в специальных местах. На велодорожках или площадках, где нет машин. На обычных улицах много машин. Если вы попадете в аварию, будет очень плохо. Перед поездкой всегда надевайте защитное снаряжение. Шлем, налокотники и наколенники. Они хорошо защитят вас, если вы попадете в аварию. Убедитесь, что высота сиденья велосипеда правильно настроена, и вам удобно управлять им. Езда на слишком большом, маленьком или неправильно отрегулированном велосипеде не обеспечит вам безопасности. Понятно. Не забывайте проверять безопасность велосипеда перед каждой поездкой. Проверьте, хорошо ли надуты шины, не лопнут ли они. Убедитесь, что тормоза и цепи работают правильно. Веселье начинается с безопасности. Держите велосипед в форме. Вот так. Теперь высота правильная, Кевин. Подберите защиту, и вы можете ехать дальше. Спасибо, Полли. Ты уверен, что это твой велик? Да, абсолютно. Да? А я думаю, это твоей мамы. Это не мамин велосипед. Значит, он принадлежит Сьюзи. Это не смешно, да? Забери свои слова обратно. Очень смелых дружный отряд. Вместе не страшным несчастьем. Туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка, и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезеньям они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще